Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня буду говорить про понты моралов и как экспортировать их в Тайвань или не экспортировать. Да, короче, у меня была такая мечта попробовать экспортировать эти понты из Алтая. Вот, и у меня, кстати, там было предложение, наверное, год назад друг предлагал, говорит, вот есть там у меня знакомые, хотят там отправить, хочешь, не хочешь, так что там китайцы делать будут. И вот я пытался найти закупщиков, там производителей, которые там используют эти понты в медицинских целях, ничего пока, ничего тогда не получилось. И потом я как-то совершенно спонтанно познакомился с одним китайским дедом. Оказалось, у него фармацевтическая компания, и они там производят там для китайской народной медицины что-то такое, да, это там разговаривали туда-сюда, и он сказал, что он рога импортирует там из Новой Зеландии, из Австралии, вот, и, ну, он слышал, что это самое, что в Алтае там хорошего качества и все такое, вот, говорит, ну, давай, говорит, если сможешь, давай это самое, привези образец, посмотрим и дальше посмотрим, что делать-то будем. Вот. Значит, я позвонил другу, тот друг говорит, да, там мне там знакомый, там кто-то умер, помер, не знаю, короче, это самое, что-то такое, что-то телефон не отвечает, ладно, позвонил другому другу, да, говорит, я там езжу на Алтай, там, то есть для себя берем, что-то понты какие-то там, лечения. Вот так вот. Говорит, ну ты узнай, что там можно, не можно. То есть, ну, он узнал цену туда-сюда. Говорит, ну, вот сейчас там курьеры не работают, не знаю. Ну, на почте сказали, что там можно в Тайвань выслать. Я говорю, ладно, хорошо. Так, давай, придержим коней немножко. Я знаю, что в Тайване тут немножко законодательство это хитрое, там, ну, что импортировать, там, биологического происхождения, там, растения, животные. Тут немножко все намного труднее, чем в других странах. Поэтому дал задание супруге позвонить на таможню и узнать, что надо сделать, чтобы там импортировать образец. И как вообще импортировать, если там большая партия будет, да? Вот, позвонил, там по нескольким линиям надо было узнать, то есть там еще не все так просто, там одному звонишь, там говорят, не, надо тебе в другой департамент, надо тебе туда, надо туда-сюда. Ну, короче, узнали, что да, это самая рога там из Австралии, из Новой Зеландии импортируется, это все нормально, говорит, а с России нельзя. Почему нельзя? А, коронавирус, блин. Чё, а что, в Австралии нет коронавируса? Ну, там, в Австралии, там, типа, мало, или как-то они там хорошо с ним да, управляются с ним. Поэтому то, что вот с Австралией, с Новой Зеландией нормально. А с Россией, вот как он там начался, видимо, Россия плохо справлялась с этим коронавирусом. Ну, вот так сказали. Короче, говорит, вообще, по идее, надо взять лицензию, даже вот образец прислать, говорит, ну, вот если для собственного потребления, хочу там, не знаю, 200 грамм рогов все там прислать и это самое, и там перемолоть суп из них сварить, не знаю, что-нибудь такое. Вот, это, ну, там, китайская народная, там, по классификации китайская народная медицина, значит, надо там, какой там, то ли Министерство здравоохранения, что-то такое, ну, короче, надо лицензию взять, и тогда можно это самое там, хоть по почте, хоть что, хоть курьером там прислать, да, вот, эти рога, образец, ну, и там, ну, большая партия, соответственно, там, большая лицензия нужна, надо какой-то импортера, наверное, искать с лицензией, ну, пока задача стоит в том, что вот надо прислать образец в Тайвань, как его сделать, фиг его знает, вот, ну, вот, как бы, у этого деда вроде офис в Китае есть. Сейчас вот буду звонить, дозваниваться, узнавать. Может, как-то ему в Китай прислать. Он хотел вообще на Тайвань, на производство, именно на тайваньский рынок алтайскую продукцию. Но, видимо, не судьба. Сейчас ее пока не завести сюда. Вот. Поэтому
Не знаю, посмотрим. Может, Китай как-то можно его. Так, ну вот, пока вот такие вот новости. Всем привет. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.